Спасибо, Фак. Блин, это все будут, да? Кирилл или... Подобного типа все будут. Ребята, нужно отгадать игру. Игру. Окей, давай за 200. Игровой мем за 200. Поехали. Александр. Киберпанк 2077. Ну, киберпанк, в общем. Нет, по этому поводу я уже писал ребятам, которые создавали ПАК. То, что музыка смущает, это не киберпанк. То, что музыка смущает, и нужно досмотреть до конца. Поэтому мы смотрим до конца, это неправильный ответ. Все, смотрим тогда. Че делаешь? Герой меча и магии 3, Сань. Герой меча и магии 3. Все. Все супер. Поставить музыку киберпанка на этом. А в чем мем был, ты не понял? Мем в том, что ты типа покупаешь крутое железо, которое у тебя наверняка. И типа раз и в Герыче. Да, я вообще тема немного. Крутейший мем. Я вообще думал, будет игра, где они там это взбивают сливки, блядь, эти. Тема немного хитрая, ребят. Немного хитрая тема. Не спешите. Но может быть и нужно спешить. Давайте куда-то. Давай за 400.